Известная фишка, что чем чаще ты в диалоге повторяешь имя человека, тем лучше он к тебе на интуитивном уровне относится, более доверительно. Я всегда так делаю, называю имя человека. И мне приятно, когда ко мне обращаются по имени в диалоге, всегда. И меня, кстати, зовут Александра Киселева. Не вижу себя в будущем только актрисой, я значительно шире. Вообще, если посмотреть на мой путь, я начинала с танцев. Плавно с танцора я переросла в хореографа, из хореографа в актрису. Из актрисы сейчас мы там с моей подругой пишем проект, я там как шоураннер, продюсер и соавтор этой идеи. Поэтому 100% нет. Вообще во мне есть продюсерская жилка, я могу хорошо продавать, коммуницировать с людьми, находить дипломатию в отношениях, поэтому нет, я точно не только актриса. Есть прекрасный звук в рилсах в Инстаграме. Дружба — это почти любовь.